я выбираю бой. Им так нужен опыт, что он в их системе ценностей ценится гораздо выше нашего с вами благополучного завершения дела. Собственно, у нас разные совершенно задачи. Жить доверяя означает, ну, все-таки жить без большого количества синяков, ушибов, да, и так далее. Но, может быть, им, я думаю, нужно, чтобы были нереалистично высокие требования к окружающим. К дружбе, к надежности сверстников. Это тоже. Они получают свои ушибы, потому что это нереалистическое восприятие. Такого вообще не может быть, чтобы друг любую там минуту, дня и ночи был готов все бросить и прийти к себе на помощь. Но есть какие-то другие обязательства и условия, при которых он не всегда может к тебе прийти. То есть вот это вот, понятно, да? То есть вот восприятие должно быть реалистичным, а не идеалистичным. Да. Не концептуально. Вот так должно быть, а иначе это или так, или никак. Это особенность подростков, да, крайности. Ну, многие из нас сохранили в себе эти черты. Можно очень хорошо расслабляться и спокойно передавать груз своей тяжелой жизни на какие-то опоры, да? Например, делегируя полномочия и обязанности. Особенно это касается учителей. Учитель должен уметь почти всю свою работу раздать ученикам так, чтобы они принимали ее как большую честь. Например, выяснить, почему сегодня нету того и того в школе. Передать домашнюю работу, домашние задания тому, кто долго болеет. Ну и кучу всяких вот вещей, которые учитель носится, да, по школе сам делает, не успевает, перегружен этим. Можно делегировать. Дети могут быть опорой. Если я их хорошо знаю, то да. Этот вот этого делать не будет, а вот кто сделает. Очень хорошо, когда мы требуем от детей только то, что они охотно соглашаются делать. Во всяком случае, там, где это возможно. И не требуем того, чего этот человек не может сделать. И я это понимаю, что он не хочет, а просто не может. Он никогда не имел хорошего опыта. Вот это про реалистичность восприятия как главную функцию первого тела. Понятно? Если вот ни в чем людей не подозревать, то мы просто думаем, что значит, он пока не может этого сделать. Я-то могу, но он нет. Или я могу, а моя коллега, хоть она и умная, и красивая, не может. И тогда что на нее сердиться? И тем более, N плюс первый раз, да, на те же самые грабли попадаются. Ожидаю, что она все-таки сделает, она никогда не делала, снова не сделала. Мы не знаем, сможет или нет, но во всяком случае я понимаю, что она не очень хорошая опора здесь, в этом, а в чем-то другом хорошая. Ну, и также, например, в семейных отношениях есть мужья, например, которые очень надежная опора, когда что-то плохое случается. Да, вот они. Все трудности вместе с тобой, на равных, подставляя плечо. Ну вот наступает, например, праздник. И твой муж оказывается ненадежной опорой, он не умеет праздновать. Он совершенно беспомощный. Он ждет, когда ты устроишь этот праздник. А есть наоборот, есть очень те, кто сильны в празднике, но они не очень надежны, когда что-то случается. Понимаете, люди разные. И чем мы больше способны принимать как данность то, что мы видим, да, тем нам легче жить, мы тогда меньше расстраиваемся, разочаровываемся и зримся. Это такая мудрость. Мудрость реалистического такого взгляда на жизнь. Про это даже есть анекдот такой. Знаете, анекдот такой. Над крысой ставят эксперимент. Значит, в левой стороне лабиринта у нее сыр. Если она туда прибегает, она получает сыр. Справа, если она прибегает в правый угол, там ее бьют током. Ну,
Крыса очень быстро поняла, куда надо бежать, и бегает в левый угол. Потом сделали переделку условного рефлекса. Сыр положили в правый угол, а сюда тут. Один раз крыса сбегала не туда. Больше она уже не бежала туда, где нет сыра. А человек, он всю жизнь бегает в левый угол, получает только и говорит, здесь должен быть сыр. Она должна это делать, она же женщина. Или ты должен это делать?